Опа, пулеметик. Родной, ну ты не в тот район зашел, я тебе так скажу. Ребята, добрый день! Добрый день, ребятушки! Я теперь с пулеметиком, ребята! Я теперь с пулеметиком! У тебя по прическе, блядь, что, трактор проехал, что ли, блядь, все у тебя? Сука. Родной, блядь, прическу себе почини сначала, потом пизди на нас. Бля, ну мог бы... Что? Что? Это что сейчас было? Подожди, что? Секунду, я хочу сейчас пересмотреть этот момент, подождите, ребята. Так, что, что, блядь, что? Это, блядь, он решил резко переодеться. Бля, похоже, разработчики забыли как-то немножечко это, ну, как бы... Ну, так сказать, они вернулись на пару лет назад, судя по всему, потому что костюма Робокопа как бы как не было, так и нет. А как так-то, блядь? И в следующем кадре он уже в костюме, блядь. Сука, гениальная игра уже с самого начала. Опа, полетел мужик. Опа. Мягко приземлился, на самом деле, мягко приземлился. Там ни в коем случае там не бетон, там наверняка какие-то маты, знаете, там все мягко, там вата, там стекло. Ладно, ну окей, отличненько. Салам алейкум, ёпта. I'll be back. Ух ты, блядь. Сука, смотри, уклоняется, блядь, кусок ты, блядь, залупы, блядь, дедовской. Блять, она жвачкой заклеила. Чего, блять? Она провода жвачкой заклеила, блять. Ты че? Сейчас взлетимся тут на воздух, у нас перегорит вся сеть электропитания. Да, блять, как же, сука, неудобно тут стрелять. Твою мать! Че происходит, блять, тут? Какие-то военные действия, реально, я вахуй. Блять, ты че с РПГ хуй, что? Ёбаный в рот! Ты чё, совсем конченый, что ли, блядь, с РПГ, ебашит, чел? Обосраться просто можно. Ты где там, нахуй? Пошел отсюда. Хибанумба. Вообще, сейчас как охуел, прям не встать, не сесть, блядь, не пернуть. Да ну, она просто кетчупом заляпалась. Ну что ты сразу тут развел-то, а? Но она всего лишь чуть-чуть испачкалась кетчупом. Ну, блин, ну картошку фри неправильно поела. Ну мяса навалила, чуть-чуть кетчупа попала. Ну ёптить. Развел тут тоже истерику. Ой, хорошо. Ребята, добрый день. Блять, патроны. Пи***ц, вы хуярите, я просто не могу с вас. Как сесть, как сесть? Присядь, присядь на бутылочку, родной, ради бога. Это чё такое, блядь? Ракеты реально летают. Вы чё вообще хуяли, блядь? Да сука, блядь, граната, граната, как? Где? Где, блядь? Сука. Игра, конечно, веселая на самом деле местами. Ну-ка, подожди-ка, ребята, у меня есть к вам парочка вопросов. Ну-ка, можете подойти ко мне, пожалуйста, сейчас? Я тут научился... Блядь! Сука, заложили, блядь, маслину мне. Сука, говнари, а? Да не вопрос. Одной правой ногой сейчас сделаю все.
Это не проблема. Поехали. Прости, родной, я не хотел. Честно, не хотел. Честно, не хотел. Ну, ты слишком много выебывался, я тебе так скажу. Тут, сука, бессмертный, а какой-то, смотри на него. Так, ребята, подождите, у меня закончились патроны на этом. Да ёб твою... Охуеть! С пулеметом залетел, чел. Да ёб твою мать, что тут происходит? Так, доехать до старой скотобойни. Доехать? А у меня машину спиздили, ребята. Как я доехать-то могу? Скажите мне, пожалуйста. Я бы, конечно, с удовольствием сел бы на свою малыгу. Но, к сожалению, она припаркована, судя по всему, в соседнем районе. Опа, страйк, ребята! Что-то этот звук не внушает доверия. Ну, ёбаный в рот, я ж так и сказал. Пи***ц, ребята. Что там у тебя происходит за вечеринка, мать? Почему ты меня-то не позвала? Я тут хожу в каком-то подвале, просто херачу ребятушек. А ты там на какой-то вечеринке, значит, участвуешь? Блять, реально вечеринка, охуеть. Бля, мужик, скажу по секрету, петь ты тоже не умеешь. Бля, завали, бля, реально, серьезно. Спасибо. Ой, нет, пизда мне. Блять. Ребята, у меня для вас подарок. Лови. Так, слушай, а там еще второй. Для тебя подарок найдется. Ты что думаешь? Так, ребята, добрый день, добрый вечер. Пизда, 12% хп! Три! Жопа падает, три! Тихо, ребята, восстанавливаемся. Охуеть! Ну, пиздец! Блять, какой его цепи? Что такое? Мне хилочку надо, бля, ребята. Хилочку надо, надо хилочку, сука! Бежит, блять, со своим молотом, блять, Тор хуев. Пошел отсюда. Ну-ка, ребята, у меня для вас подарочек есть. Я сегодня всем подарки раздаю. Я ноябрьский Дед Мороз, ёпта. Блять. Ой, там тихо, охуеть, три мины в одном. Бляха-муха! На мине наступил, блядь, в коровью лепеху. Бляха-муха, да что ж такое-то? Ну, сука, еще пулеметчик Василий, блядь, там стоит. Пошел-то ты нахуй. Блядь, сука, гадина, блядь, ебаная. Тихо. Ты, сука, блядь, гнида, нахуй, а? Блядь! По тактике, смотрите, вот так идем, аккуратно. Раз, два, мины обходим. Мины обходим, вот сюда вот приходим. Вот так, здесь мин нету практически. Я вот так вот херачу. Сука, блядь, гдон. Блядь, мина, нахуй. Да ёпта! Живем, тихо. Ребята, жить. Блядь! Ладно. С третьей попытки, ребята. Бог любит троицу. Поехали. А неплохую сейчас вещь я сделал, между прочим. Абсолютно по рандому. Абсолютно я не хотел этого даже делать. Друзья, всем огромный привет. Итак, Робокоп Рок Сити. Интересная, веселая, местами фановая, местами забагованная игрушка.
Стоит ли ее покупать, решать вам. Мне же эта игрушка не очень зашла, но в целом глянуть можно. Ну и на этом местами печальном итоге нам пора заканчивать. Друзья, если вам понравилось это видео, то вы и сами знаете, что делать. Мне же остается сказать, что мы увидимся на следующей неделе. Я вам желаю удачи и всем пока. Yeah.